Лига чемпионов. Алло? Да. Эдуард, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Магомед. Здорово, народ! Приветствую всех любителей, всех мошенников, всех игроков, всех-всех-всех подряд, кто сегодня включил этот видос, потому что наше разоблачение снова настигнет одного из жуликов, аферистов, мошенников и... Фридрих... Гандонов. Это, конечно, так. Это, безусловно, так. Ребята, ваши комментарии — это просто бомба. Вы такое творите, это просто жесть. Поэтому, раз мы вызвали такой огромный от вас... Что огромный-то от вас, Фридрих? От нас огромный. Короче, интерес. Короче, блять, в пизду. Все, заебись, пацаны. Переходим к следующему разоблачению. А сегодня у нас... Будем долбить. Сегодня мы будем долбить. Сегодня просто выдолбим. Сегодня мы отдолбим. Кого, Фридрих? Нет, сейчас я сам вспомню. Эдуарда Квар... Кварца, блин, слышишь, как Эдуарда, блядь, я так и знал, что не буду. Квази-жопа? Квар... Нет, Эдуарда Кварацели. Бля, вообще, ты опять начинаешь вот эту Эдуарда хуйню. Кварацели, как? Квар, Эдуард, Квар. Я просто помню там, блядь, я просто запоминаю обычно, чтобы запомнить что-то, запоминаю одну фразу, чтобы по ней потом как бы ориентироваться. Вот я запомнил, какаха целая. А, какаха целая. Короче, пацаны, Эдуарда Каха. Давай Каха будем называть. Каха. За Эдуарда Каха у нас сегодня просто по-братски, по-пацански. Эдуард Каха, встречаем, аплодисменты. И вот сейчас, через минуту, опачки. Итак, друзья, Эдуард Кварацхелия, один из топовых, самых раскрученных каперов, который имеет свои, как всегда, странички ВКонтакте, в рот ебать всю вот эту шляпу, и которая, как всегда, там нельзя комменты оставлять. Все-все-все вот это вот подобное. Продает прогнозы с коэффициентами... где-то 1,3, 1,2, это вот, да-да, прям так, 1,18 иногда, да-да-да-да-да. Живет в Питере, сам грузин, болеет за «Зенит». Болеет за «Зенит». Да, выкладывает ролики, он ходит там на стадионы с фанатами, там супер ярый болельщик друг «Зенита». Друг, покажи мне, пожалуйста, как он болеет за «Зенит». Ты уже видел, надо, наверное, им показать. Хотите? Хотите увидеть настоящего ярого болельщика «Зенита»? Сейчас мы вам покажем. Официальное обращение к фан-клубу «Зенита». Как вообще таких фанатов выпускаете к себе на стадион и с ними болеете? Как вы там вообще это допускаете? Я понять не могу. Это же теперь Кахе пизда будет на Петровском. Пизда на Петровском во всех кинотеатрах страны. Скоро. Скоро. Дружище. Говори. Ну а что же обещает нам Эдуард? Что он предлагает нам? Что он нам хочет втюхать? Раскрутку! Давай, может, посмотрим? Или, давай! Или пусть они посмотрят. А ты думаешь, он не раскрутится, если мы сейчас посмотрим его раскрутку? На 159-й, поехали! Ребята, что же предлагает Эдуард? Смотрим. Релиз. Вот и все. То есть раскрутка теперь будет только одного вида. Вот и все. Ну, мы ее не будем называть, да, бис, а раскрутка, дабы не... Просто, ну, раскрутка, ну, по новым правилам. Значит,
повторюсь, значит, мы будем делать в сутки один, ну, 1-10%, ну, там, в среднем 3, да, ну, на самом деле больше, сделать иногда там пару дней не ставить, потом там хорошие дни там вообще взять больше. Ну, то есть в таком режиме, да? В таком режиме. Платить там по понедельникам. Либо, ну, понедельник утром, да, за всю неделю накопленную, да, 50%, либо 60%, если хотите там счет выделить, да, там, из общей массы. Это ваша спортивная служба. Полное надувательство. Я слышал, молодец. Да. Ребята. Я обожаю. Вот, значит, я 200 тысяч рублей, да, остальные каперы там. Все, тормози, Эдик, мы все поняли, Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью деньги, утром деньги. Ильфа Петров уже написал это все давным-давно. Рога и копыта, Остап Бендер. Ребята, хотите купиться на это? Покупайтесь. Я вот лично ни к чему не привязан, абсолютно. Ни к чему материальному я не привязан. Вот, можно взломать сайты, телефоны, вы это видели, да, там, Facebook, ВКонтакте, Twitter, но невозможно, как сказать, взломать меня, да, мне все равно. И от этого ничего не изменится, понимаете, да? Именно потому что есть я ни к чему не привязан, это самое важное. Вы тоже должны быть готовы потерять все. Вот, поэтому я... Ребята, вы тоже должны быть готовы потерять все, если обращаетесь к Эдику, потому что Эдик Каха ни к чему не привязан, к вещам он никак не привязан, потому что он очень скромный парень. Скромняга. Посмотрим, как Эдик не привязан к своим вещам. Не привязан. Дорого, да. Ну вот, ведь ложа, да, ну, это гардероб. Ну, вы знаете что, надо не только смотреть, но и заниматься футболом. Вот бутсы, да. Вот они. Вот, ну, естественно, моя коллекция футболок, здесь и Барс, ну, все виды. Ну, понимаете, каждый год новое выходит, да, уже так скоро, это, конечно, очень много денег придется потратить, да. Ну, в принципе, я горжусь. А, кстати, вот фитостены, да, ну, я уж ладно, тут не только прогнозы, а во всем. Но вот фитостены не покупайте, 70 тысяч отдали, это, мол, такая система, она сама вот поливает, мол, цветы. Во-первых, вот это не вот. Не покупайте вот, фитостены, не-не-не, не надо, не покупайте. Ну, это ерунда полная. Да. Если я начну помирать, не нужно больницы, я хочу подохнуть здесь. Здравствуйте, уважаемые клиенты, потенциальные клиенты. Пришлось снять это видео, чтобы вы не попадались на клонов. В общем, Эдик ни к чему не привязан. И о его службе BSI... Самое честное в мире. Однозначно. Друзья, ну мы, в общем, поискали отзывы в интернете о Кахе Эдике. И что мы нашли? Как всегда, отличные отзывы. Просто великолепные. Это спортивная служба. Интернет расскажет. Полное надувательство. Смотрим отзыв. Добрый день всем. Сегодня покажу, как я отдавал счет на раскрутку. Betscaper.ru. Вот, отдавал сам счет, писал. Балбет, вам 30 тысяч рублей. Здравствуйте, спасибо вам. Принял. Сегодня начнем видео. Выкладочки за 2 дня. Вот, 19 477. Вот она, ставка первый. Результаты и проигрывание. Еще одна ставка произошла сразу же на 9777. 4-2. И вот проигрыш. Проиграл. Друзья, а не боится ли Эдик, что его за эти поступки... За эту раскрутку обоссут или отпиздят? Действительно. Эдик, ответь нам, пожалуйста, на этот вопрос. А поэтому, если вы хотите каждый день под 100%, ну там, например, да, 20, каждый день по 40, а иногда на 60 тысяч будет, то и учитывайте риски, это ставки на спорт. Вот, и никаких обид у вас не должно быть. Вот. Мы обычные люди, да, просто занимаемся этим давно. Никаких 100% это не бывает. Да. Эти глупые детские вопросы не задавать. Умные люди такие не задают, это для глупых людей.
Ну все, тогда, друзья, это для глупых людей, да. Ну что поделаешь, глупые мы. Глупые. Не задавать таких вопросов Эдику, ясно? Не обоссут его никогда. Мистер Новин хочет тебя видеть. Скажи ему, что мы позвоним. Сэм, скажи. Я не узнал тебя без костюма, Джон. Я не на работе. Я подробно изучил твою биографию. Теперь я не только твое имя знаю. Я знаю, где ты живешь, откуда ты, где живет твоя семья. Твоя мама — милая женщина. Я был в Вегасе. Мы с ней блэкджек несколько раз сыграли. Назад. Где тот пижон, который приезжал ко мне? Где Джон? Что с ним стало? Иди сюда. Что такое? Сюда. Повернись. Ко мне. Вот так. Соответственно, звук воды постоянно, это тоже очень помогает, успокаивает. Фридрих, скажи мне, как поступит Каха Целия, если его обоссут? Что он там, может, как погрузчик даст или нож какой-нибудь воткнет, свинец, голова пустит, и? Что он сделает? Заяву напишет. Заяву напишет? Слышь, ты чё, это вора? Смотри, как я это вижу. Давай посмотрим. Здравствуйте. Здорово, Васень. А кто смотрящий? А чё, кроме меня тут, блядь, в хате ещё кто-то есть? Давай садись, мозгу не компасируй. Как звать тебя? Эдик Квархацелия. Эдик Какахацелия? Квархацелия. Какахацелия? Квархацелия. Нет, я говорю, у тебя Какахацелия? У меня Какахацелия, не Целия. Короче, это очень долгие фамилии, тюрьма так не катит, тюрьма-старушка даст погремушку тебе сейчас. Будешь Эдик Каха, непосредственно Какахацелия, понял? Какахацелия. Подожди секунду. Потормози дорогу попозже, дальше тут вопрос важный. Статья какая, за что вообще, как, что, почему? 159, часть 5. Ага, ясно все. Короче, тут за тебя малява пришла по дороге. Говорят, тебя на воле обоссали. Как решил вопрос этот? Порезал, убил, расстрелял, расчленил. Что сделал с этими бедолагами, вообще с чертями, а? Что? Что? Давай, давай. Что? Сейчас заявление в полицию, все это и в Теле2 тоже, обращение в Яндекс. Это все будут найдены, наказаны и получены. Мусорнулся, что ли? Вот, в полиции уже разбираются, да, и все, естественно, мошенники, кто украл, кто это взламывает, будут наказаны, потому что, ну, нельзя делать такие вещи. Вот. И, соответственно, ну, вы помните, когда человек написал письмо, да, с угрозами и шантажем, ну, нашли буквально письмо. Здесь тоже, здесь почему-то медят, но тоже, я думаю, если захотят, найдут, поэтому нужно, чтобы скорее это все нашли и прекратили, потому что я очень зол. А злить меня это нехорошо. Два раза мусорнулся? Ну-ка, подайте мне минуточку. Ты чё, блядь? Милиция! Кореш, а чё ты ломанул с хаты Эдика? Какаху? Ты чё, он мусорнулся? Не слышал, что ли? Все знают. Прям в открытую заявляют. А кто он вообще? Он прогнозист. Да? Что делает? Приносит денежку. Раскручивает, что ли, счета вот эти, да? Раскручивает. И где он сейчас сидит? В соседней хате. Что там, ровно все у него? Да, там у него вообще красиво. А мобилы есть? Давай. На воровском кармане держит? Слышь, ладно, не это самое. Ну а что, есть цифры его? Давай позвони. Звони. У нас, бля, общая есть, блядь. Пацаны, блядь, все скидывают. Может, раскрутить нам общак, блядь. Звони. А? Ща, я ищу быстро все. Ща. У меня там все вбито. Все тихо. Лига чемпион. Алло? Эдуард, здравствуйте. Да,
Меня зовут Магомед. Я вот с другом вам вот позвонить решил. Мы почитали на сайте, не поняли. Подскажите, вот у меня с другом свой счет есть. Мы его вам дадим, например, это на сколько? Месяца три, да? Два. На два месяца, если мы вам его дадим. А у нас раз в неделю для оплаты. А, вообще хорошо. Сколько денег? А сколько поднять вот можете нам счет раскрутить? А какой баланс? Баланс у нас, братух, смотри, это. Значит, насущная у нас сахар, чай, куреха есть. Вот. Насколько это можно раскрутить? Ну, общак! Общак, говорю, чай, куреха, глюкозка у нас, вот это все. Раскрутишь? Я не понимаю вас. На счету у нас вот сахар, чай, куреха, почему ноль? Вот есть там общее. Насущное, братух. Ты что там, пьяный? Это насущное. О, 15 тысяч нет у нас. Тут, наверное, рублей на 500. Или на 9 миллионов. А, все, нам надо, короче, общее собирать и тогда тебя отзванивать, да? Общий счет. У нас нет интернета, братух. Дали номер нам, созвонились, дали номер твой. Кум дал. Крутишь, нет счет. Не, какой пранк, братух, серьезно, сидим, чалимся уже четвертый год, вот не знаем, чем тебя занять, может нам раскрутишь счет тут нас, я вообще не знаю. Я не работаю, у нас раскрутчики берут от 15 тысяч рублей. Все, понял, все. Так. А сколько примерно за два месяца денег нам могут поднять? С 15 тысяч. Сколько? Все ясно. Все, Эдуард, спасибо. Копим, короче. Все, сейчас дорогу мы запустим. Созвонимся тогда. Да, вас тоже с праздничком, с наступающим. Он наступит буквально вот на днях. Наступит. До свидания. Короче, мало у нас общего, братух. Он не занимается такими. Это надо нам на кресты звонить или на бутырку. Там общее побольше, крутанет. Мосты. Да. А ведь действительно, друзья, судьба каждого из нас может сложиться по-разному. Сегодня вы будете ездить на Porsche Cayenne, на Мерине, не знать, что такое насущное, а завтра попасть в такую жопу и есть сальцо в хате на двоих. Да, Фридрих? Вот какая будет реакция у Эдуарда Кварцетели на наш ролик, на этот фильмок про хату, остается только загадка. Это загадка. Вот Мурат Атаев. А, кстати, Мурат Атаев, да, прислал нам письмо на Майл о том, что пацаны молодцы, черный пиар тоже пиар. Ну, кстати, за это плюс может дать. Если человек плюс с юмором реагирует, это нормально. Однозначно. Это а вот как отреагирует Эдуард? Ну, как может отреагировать? Ну, как может отреагировать Эдуард? Как Ацелия? Я думаю, что вот так вот. Извини, я наш диалог прерываю, тут у меня нюанс. Вы нахуй это в интернет выложили? Ну что ж, друзья, отзывы об Эдуарде Кварацхелии будут именно здесь, под этим видео, внизу, так как у него везде закрыто, ему нельзя ничего написать, как всегда, все отключено. Пишем, друзья, если вы обращались к нему, насколько он вам подымал банк, насколько опускал, что происходило, все честные отзывы здесь
ссылочку внизу. Ставим лайки, если вам понравилось это видео, если вы человек с юмором. Ставим пальцы вниз, если вы Эдуард Кварацхелия. Ну что ж, делаем репостики, друзья, вступаем в нашу группу ВКонтакте. И сейчас послесловие. А именно, ПС. Сам дьявол вам расскажет, о ком мы снимем следующий отзыв. Мефистофель. Да-да-да, счастливо, ребят. Бать твой дьявол, кто следующий? Следующий отзыв будет, знаете, на кого? Да хуй его знает, за кого он будет! Секс-бомб, секс-бомб, фиор!